Друзья, привет! У нас сегодня солнечное, морозное утро. Начался новый день, и мы этому рады. Но у нас сегодня немножко такой не очень хорошее мероприятие. Мы едем с нашим Чижиком в ветлечебницу. Вот он уже весь наготове. Ну, многие знают, что он у нас болеет, у него животик большой, вот многие замечали. И, конечно же, это не просто так. У него водянка началась еще в начале года. Сначала было чуть-чуть, по чуть-чуть, и в мае месяце мы ему, конечно же, выкачивали жидкость, и препараты он принимал, и вроде было все ничего, но прошло полгода, и, конечно, он решил покушать перед дорожкой. Проголодался мальчик наш, ну пусть поест, вот, а Саша уже там завел машину, слава богу, она сегодня у нас завелась, вот, и сейчас мы едем в ветлечебницу. То, друзья, мы уже едем, и, конечно, Чижик, я не знаю, видно его там, нет, Чижик, ты где? Вот он хвостиком машет, так что сейчас едем, и он немножко будет лучше себя чувствовать. Он, в принципе, чувствует себя нормально, только ему тяжело уже, когда этот животик вот увеличивается, а так состояние, он веселенький, правда, Саш? Он, в общем-то, как-то ничего его не болит, но вот эта вот жидкость собирается, и, конечно, это немножко вот это нас огорчает. Вот, потому что, конечно, когда это происходит, это не есть хорошо. Но сейчас все сделаем, и все будет хорошо. То, Чижик, как ты там настроен? Глазки, глазки его. Смотрит, думает, куда его везут. А вот мы подъезжаем. Здесь находится ветеринарная клиника. Она за городом, называется Долина. И вот мы сейчас туда пойдем. Ну, Саша взял Чижика на ручки и вперед. Так, сейчас там откроют двери и мы зайдем. Так, здравствуйте. Ну, наш врач пока занят, поэтому мы ждем, да, Чижик? Здесь вот такая клиника. Здесь корм. Здесь все есть для собачек. Чижик изучает обстановку, все нюхает, ему все интересно. Хвостиком машет. Наш врач на операции, поэтому Чижик мы терпеливо ждем. Доктор придет с операции и займется тобой. Да, да, красавчик мой. Красавчик, мои глазки. Мы в кабинете. Чижик на столе. Сейчас доктор его посмотрит. Все, Чижик. Процесс пошел. Опа. Да, все хорошо. Дура закончена. Животик уменьшился. И боюсь показать вот все, что с него вылилось. Вот так. То, Чижик, все хорошо, сразу стал худеньким. Доктор взял анализ крови, сейчас ждем результат. Так что все хорошо. Мальчик веселый, радостный. Процедура позади. Да, красавчик мой? Вот так вот. Молодец, терпеливый. Процедура длилась где-то около получаса. Он все мужественно выдержал. Молодец, молодец. Мы уже в машине. И, конечно же, Чижик веселенький с нами. Ну, что хочу сказать. В общем, выкачали ему, конечно, жидкость. Ну, и сейчас надо будет еще его проколоть антибиотики. Мы купим в аптеке, нам прописали и таблеточки мочегонные. Вот, ну и все это нам обошлось. Прием у врача, выкачивание и еще анализ крови брали. В общем, почти 800 гривен. Да, вот так.
Ну а, да, ну, а, конечно, то, что мы в аптеке купим, это будет отдельно. Да. Так что вот так. Все, желаем всем мира, здоровья и, конечно, чтобы вы не болели и ваши животные не болели, потому что здоровье это превыше всего. Да, Чижик? Вот так вот.